Ежегодная пасхальная ярмарка прошла сегодня на центральном рынке. Какие радости приготовили для детей и взрослых, выясняла наш корреспондент Анастасия Дьяконова. Пока кто-то на центральном рынке делает последние покупки перед Пасхой, на площади Нейдю уже царит праздничное настроение. Верба, кролики и пасхальные развлечения. К огорчению детей в этом году нет качелей. Зато у каждого есть возможность разукрасить пасхальные яйца, которые по размеру больше некоторых художников. Моя коллега рассказала, что сегодня здесь будут разные развлечения для детей, поэтому я взяла с собой внучку. Мы уже третий год сюда приходим, и нам очень нравится. Я знал то, что Пасха, я знаю каждый год то, что тут что-то на базаре происходит в честь Пасхи, да. Но с другом, в принципе, мы проходили мимо, но когда я увидел это, я не смог остановиться, у меня уже там шедевр есть нарисованный. Я еще готовлюсь к Пасхе, поэтому и пришла посмотреть, яйца купить, надо же их еще и покрасить. В этом году в канун Пасхи появилась и новая традиция. Мы начинаем собирать так называемый альбом рецептов. Можно получить наши листки по рецептам, записать эти рецепты, все составляющие, сколько минут готовить, все продукты расписать и приложить наши стене рецептов, которые тоже располагаются в овощном павильоне. Потом народные рецепты составят в одну большую книгу. А свою работу пасхальный рынок продолжит и завтра. Анастасия Дьяконова, Валтер Зелш, Латвийское телевидение.